Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В Кировской области утвердили норматив стоимости жилья на 3 года. Документ касается цены жилой недвижимости в городских округах региона. В нем зафиксирована цена квадратного метра. В зависимости от района области она варьируется от 21 до 30 тысяч рублей. Самый высокий показатель 30 150 рублей за квадрат установлен для крупных городов Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Вятских Полян и Котельнича. Такая же стоимость утверждена для Слободского и Чепецкого районов, уточняет портал iKirov.ru. Для части районов области установлен норматив в 24 тысячи, для некоторых в 21 135 рублей за квадрат. Ранее норматив по стоимости квадратного метра жилья приняла администрация Кирова. В четвертом квартале этого года он составляет порядка 33 тысяч рублей. Напомню, норматив стоимости жилья используется для определения размера субсидий, которые получают граждане по программам обеспечения жильем. В расчетах участвует только стандартное типовое жилье эконом-класса. Дайджест недвижимости. Новый дом для детей-сирот сдали в Кирове. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по адресу Павла Корчагина, 60Б, подписано в конце ноября, сообщает сайт администрации города. Здание возвели достаточно быстро, за полгода, и сдали даже раньше срока. По условиям контракта это 25 декабря. Таким образом, новоселы смогут заехать в квартиры еще до Нового года. В панельном доме 117 квартир площадью не менее 26 квадратных метров. В каждой установлена сантехника. Техника и электроплита, поклеенные обои. В здании грузовой и пассажирские лифты, пандус для колясок, перед домом детская площадка. Дом в Коминтерне стал 7-м по счету построенным в Кирове для детей-сирот. Ранее были сданы 4 объекта в Нововятском районе и 2 в Лингасово. Напомню, что квартиры выпускники детских домов первоначально получают на основе социального найма. Сделано это для того, чтобы оградить молодых людей от недобросовестных риэлторов. Через 5 лет недвижимость можно будет оформить в собственность. Дайджест недвижимости. В Кирове подорожали студии и подешевели 4-комнатные квартиры. Изменения на рынке вторичного жилья фиксирует аналитический портал RE/Kirov.ru. В ноябре студии прибавили в цене 2,5%. Квадратный метр в этом сегменте стоит в среднем по городу 42 тысячи рублей. 4-комнатные квартиры потеряли почти 6% стоимости. Квадрат подешевел с 45,5 до 42 200 рублей. Также незначительно потеряли в цене однушки, а подорожали 2- и 3-комнатные квартиры. Рост был небольшим, в пределах 1,5% или 600 рублей за квадрат. В среднем по итогам ноября квадратный метр в Кирове оценивается в 43 550 рублей. Это на 0,5% больше показателей за октябрь этого года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.